Сравно жал перевод. Не надо меня снимать. Я не хочу, чтобы меня показывали по телевизору. Девочка-третьеклассница по имени Нургуль оказалась в сопровождении полицейского эскорта. Правда, такой славе девочка совсем не рада. Около часа ночи мы получили сообщение на телефон дежурного о том, что в районе улицы Аргенбекова одна гуляет маленькая девочка. Оперативно прибыли на место и нашли эту девочку без сопровождения взрослых. Пришлось доставить ее в отделение для дальнейшего разбирательства. По словам девочки, она учится в третьем классе со второй смены. В этот раз ее, как обычно, из школы забрал отец, и они пошли домой. Но папа был нетрезв, несколько раз падал, потерял ключи от дома, а потом и вовсе куда-то ушел без ребенка. В результате девочка осталась одна и заблудилась. Папа, если там кто-то дергал, давал, да, сюда кин. Папа, еще раз, когда видит, вчера моя трубкулай вырет. Полицейские надеются, что в жизни маленькой Нургуль это будет самая крупная неприятность, хотя вполне возможно, ее родители понесут наказание за безответственное отношение к ребенку.